Всем привет на канале Блог Художника, и сегодня работаю над проектом. Это сцена для свадьбы. Делал для нее маленький макет. Все получилось очень спонтанно. Мне принесли, значит, маленький чертежик и попросили накидать более подробно, как это будет выглядеть на бумаге. Но я предложил сразу из пенокартона по заданным размерам сделать вот такой макет. Макет сделал, через неделю где-то его одобрили. Сейчас он, конечно, уже развалился, весь запылился, поскольку в помещении, где он все это время лежал, плотники уже приступили к работе. Вот такая арка. Вот такой вот задник. В этих арках будет синяя драпировка. Ну, типа вот как здесь синий фон а-ля звезды. Так и здесь будет что-то вроде синей ткани, материи. Может быть, уговорю сделать роспись ночного неба неоновыми красками с ультрафиолетовой подсветкой. Посмотрим. Значит, вот она, арка. Она идет вот здесь на макете. Здесь будет размещен молдинг сверху, снизу и вокруг малых арок. А также будет располагаться подсветка в виде маленьких лампочек. То есть здесь, здесь и еще здесь по торцу они будут располагаться. Также лампы будут идти здесь, здесь над болдингом и снаружи. Ну вот я наклеил молдинг на клей 3M77. Очень удобный в использовании, я уже о нем наверняка рассказывал. Наносится ровным слоем. И потом сверху через секунд 40, через минуту приклеивается молдинг, пенопласт или другой материал. Вот, сами видите, это пенопластовый молдинг, как он удачно лег, вписался в эту арку. Получилось также изогнуть его и на более мелкой арке, но сами видите, где-то есть недочеты, то есть идет не совсем плавный изгиб. Придется дорабатывать наждачкой и надеяться на то, что издалека это не будет заметно. Вот. А после того, как нанесли клей, мы просто лепим молдинг. Раньше я сначала фиксировал один край на саморез и потом уже изгибал по всей длине. А теперь я просто выжидаю около минуты, то есть чтобы клей успел подсохнуть. И после этого леплю молдинг без саморезов, без фиксации саморезами. После этого уже, когда молдинг прилепился, тогда только я фиксирую его на саморезы, чтобы при транспортировке он не отвалился. Ну вот так вот, шаг за шагом, мой макет, дизайн сцены воплощается в жизнь. То есть с меня идея, с меня такой небольшой макетик. С ребят-плотников вот такая конструкция. Вот уже собрана воедино арка. И сейчас она будет ставиться вертикально, так как на макете. Сроки горят. Эта сцена должна быть готова в
течение недели. Ну, моя задача небольшая, она вот заключалась как раз в том, чтобы я поставил эти молдинги и в том, чтобы покрасить всю эту конструкцию. Ну, сейчас я зашпаклевал вот такие вот огрехи, шляпки саморезов. Здесь тоже надо будет подшлифовать. А дальше я просто возьму в руки валик и закатаю все в два цвета. Вся эта конструкция будет украшена многочисленными лампочками, которые будут располагаться по окружности вдоль этого молдинга, нижнего, внутреннего и вдоль наружнего молдинга. Также подсветка лампочек пойдет по окружностям этих двух арок.